мега фэшн-показы с новыми фит-изделиями, которые я ношу у себя, конечно же, на ремне, дорогие друзья. Вот он символ. Один пояс, один путь. И все это в древнеславянской буквице. Все настолько связано и гармонично, и настолько красивый может быть сценарий. Но нет пророка в своем отечестве, и обращаемся по всей планете, дорогие друзья, ибо это момент всепланетарной синхронизации. Ну что, на этом стоп снято? Достаточно? Ну да, я просто хотел добавить и заострить внимание на том, что это самый эффективный, самый мощный и самый малоиспользуемый ресурс, а именно знание о времени, о своевременности. Как в песне поется, не своевременность, главная драма, вечная драма, где есть он и она. Так вот, как только люди освоят это знание, применят этот инструмент в своей жизни, это даст неисчерпаемый ресурс каждому из нас, а уж России тем паче. Да, дорогие друзья, прямая трансляция – это прекраснейший инструмент пробираться на государственные площадки и перехватывать инициативу. И когда нам рассказывают про спираль, то на самом деле это частный случай, как скажет Юлия Владимировна, но это сфераль, это и есть поворотный момент, исторический поворотный момент. А так это великий предел. Ну что, стоп снято, давай. На этой прекрасной ноте завершаем сюжет.